опять, друзья, сзади меня вы видите портик, который цельный. Взяли цельный портик. Возможно, это какие-то повторюшки, чтобы как-то что-то. Интересно то, что сейчас это из себя представляет. Вот здесь я бы, вот в таком зале хочется жить, творить и умирать. Да, кроватку поставил себе здесь в середине, и телевизор напротив. Вот оно счастье. И вот опять, друзья, посмотрите. Где вы, любимые? Катастрофа была. Какая-то... А здесь вот новая техника. Понятная облицовка. Понятно, что мозаика отполированная, но как вот этот вот рисунок? Вот этот вот рисунок. Да. И как все-таки они отполировали это с такой ювелирной точностью? Какой ювелирный, да? Отполировали, ладно, это можно. А как сделать геометрию точную? Вот эту? Да, но отполировать, безусловно, не поймите меня неправильно, отполировать можно все, что угодно. Слушайте, но вот как при этом не нарушить геометрию? Какой? Значит, я бы еще раз хотел сказать, что облицовка облицовки, да? Но вот этот стол, он собран из кусочков малахита толщиной миллиметр один. Миллиметр. Понимаете? Мы ждем информации об этих инструментах, фотографии, музеи, где они выставлены, где есть там образцы каких-то станков, которые позволяли это делать. Ищем, давайте, друзья, найдем, молодцы. Очень хорошо виден свет от фрезы, посмотри. Вот в эту посмотри наверх, вот в эту. А что ты называешь следом от фрезы? Она вся вот прям ребристая. Да. Есть закономерность. Есть закономерность, да, прям такая. Шла фреза с определенным шагом. Выбирала. Был у нее вот так, вот элемент так, погрешности. Да, я тебе покажу то же самое на колоннах Исаакия. Да? Камень или не камень, вот в чем вопрос. Камень это или не камень? Камень. Круто. Ну ее же разбирали. Возможно. Вот она по трещинам, смотри, вся. Пустота. Я думаю, что на самом деле количество. То есть мы, возможно, начали копать одно, а раскапываем вообще сейчас другое. Совершенно непонятно. А это ты что, пустота? То. Где что теряется? Она фальсифицирована. Это может, это вообще 3D какая-нибудь голограмма? Это цельная. Это, друзья мои, все штукатурка. Никакого камня здесь в стенах нет. Главное, держите его.
колоннах есть. Что думаете, камень это, да? Давай сначала. Камень. Значит, мы нашли след от инструмента, наконец-таки. Ха-ха. Но спешу разочаровать всех очарованных. Мы не знаем таких инструментов на данный момент. Что за инструмент такой? Сейчас мы вам покажем. Значит, вот. Идеальные полосы. Нет, наверное, это увидеть не получится, да? Ну, мы ладно, мы потом посмотрим. Вот. Полосочка внутри, которая идет идеально ровно. Дальше. И вот здесь вот есть стыки. Давай, зумуем. Вот, зумуем стык. Вот здесь прошла одна фреза, ага. Вот здесь прошла другая фреза. Как она удивительно остановилась вот здесь? И вот здесь мы не можем ответить. А здесь прошла еще раз третья фреза. И полосочки тоже присутствуют. Как сделаны углы? Там царапинка, не удается. Понимаете, есть царапинка. Она стабильно, не меняет своего направления, очень ровная на протяжении всей длины. Эта царапинка не была процарапана человеком. То есть это царапали не просто абы как? Не царапщики. Не царапщики царапали. Очень ровно, очень точно, параллельный, много-много мелких давай, параллельных. А у тебя есть макросъемка? Очень много мелких параллельных полос.